Всем, кто следит за моим каналом, всем, кому нравится мой канал, всех приветствую. Весна, хорошее настроение. У меня сегодня созрело наконец-то желание собрать свои платки. Ну, как свои, это заказ. Мне дали платочки, сказали, попросили что-то из них собрать, потому что это обрезки. Ну, и также были вот эти подвесочки в разобранном виде, скажем так. Я сделала декор самих металлических подвесок. Если кому интересно, я могу сделать мастер-класс. Пишите, как я это сделала. Они были просто металлические. Я сейчас покажу, какого плана были эти заготовки. Ну вот, обычные металлические заготовочки. Я сделала декор этим заготовкам. Прицепила сюда бусинки, которые у меня нашлись под цвет. И собрала эта косынка. Она может быть полностью полноценной косынкой. Был кусок, я его оформила в косынку. А это просто полоска. Поэтому, ну, ею можно, конечно, волосы завязывать. Но больше ее особо использовать некуда. И я собрала из нее вот такое тоже украшение. Я сейчас покажу, как это будет смотреться на шее. Вот, пожалуйста, на манекене. Можете представить, как это будет симпатично смотреться на шее. И на рубашку можно, и под рубашку. Уже нет времени гладить. Простите, что не глаженный кусок ткани повесила. Можно плотнее к шее. Вот так сделать. Сейчас я примерю синий. Также можно делать свободнее, плотнее к шее. Там еще немного, если подвигать, то будет другого цвета. То есть оттенок можно поменять. Также можно снять, развязать. Здесь узелки завязаны и использовать на волосы. Ну, то есть такой функциональное такое получилось украшение. Можно под джинсы, можно под цветной сарафан. В общем-то, варианты цвета здесь. Хочу поближе показать, как я сделала эти металлические заготовочки. Если получится, поставлю кусочек видео или фотографии, как это будет смотреться в витрине. Всем пока. Подписывайтесь, кому интересно. Работы, возможно, у меня не очень профессиональные, но такие, которые можно самому сделать, если ты даже не особо великий мастер. Я придумываю не очень сложные. Всем пока. Кому интересно со мной рукоделить, подписывайтесь, ставьте лайки. Жду вас на своем канале.